Здравствуйте, пока боярин. Без профессионального монтажа тут не обойтись, но тут по-любому надо организовать подписку. Как простой рабочий из завода, я не могу себе позволить игры со Стима, так что будем играть в Минисрув. Прикупив пару бутылок Балтики 9, я уже был готов нырять в геймплей Минисрув там, но Минисрув твердо шлет нас на три стороны. Блять, какого хуя? Вот такой вот интеллигентный вопрос я задал себе, отправившись серфить просторы интернета, дабы избежать этой ошибки. Я узнал, что данная ошибка не только у нас, также она есть у пользователей платной игры. Я скажу вам, нихуя себе, а игра-то стоит 20 баксов. А мы, как простой крестьянин, вышедший с поля, за день наколедовали 100 рублей. Не можем такого себе допустить, поэтому начинаем бунт. Ладно, шучу. Поебавшись минут 15 с игрой и сделав пару махинаций, мы смогли начать игру. Игра нас респавнит под водой, ну, видимо, генерация ландшафта тут на высшем уровне. На первый взгляд можно понять, что это тянка из хентая, которая одела батины трусы и шла в магазин за хлебом. Естественно, к этому придираться мы не будем, все-таки это детская игра. Поэтому выплываем из воды, в которой фиг знает, как мы очутились. Будем считать это теорией заговора масонов. Первое, что нам попадается под руку, это известковый камень. Как тут крафтить, я еще не допер, а максимум, что мы можем сделать, это кинуть камень кому-то в ебыч. Идем дальше, исследуя красоты этих мест, попутно собираем всякую ненужную хуйню, которая дальше нам пригодится для крафта чего-то. Собрав нормальное количество ресурсов, необходимо переходить к крафту. Но, конечно, в голове мне возник интересный вопрос, как мне это сделать простому пока боярину, который пьет Балтику 9 после смены на заводе. Как гласит руководство по выживанию, нам необходим кремень или твердый камень, после чего его необходимо положить на землю, чтобы сделать инструмент. Блять, лучше в простой бы Майнкрафт зашел, там и то проще. Следуем инструкции, что указано в руководстве по выживанию. Ух ты же, бля, нахуя себе. Эта игра явно не для моего уровня, слишком сложно. Игра чем-то напоминает мой поселок Татарск. Название говорит само за себя. Находится он в глуши Сибири. Здесь каждый день приходится бороться за выживание, как телеканал Дождь. Так, что-то я не о том начал. Спустя пару минут мы смогли сделать топор, после чего к настоящему мини-сруфтеру отправляемся добывать дерево. Добыча дерева у меня заняла 2 минуты. Отличие от обычного мини-сруфта, срубив один блок дерева, падает все дерево. Это, конечно, один минус от мини-круфта. Не чувствую атмосферу этого квадратного мира. Отличие от мини-сруфта, где блоки висят в воздухе, тут все наоборот, блоки просто живут своей жизнью. Помимо всего этого, в игре у нас присутствует статистика, как диета, так и физическое состояние персонажа. Ну, в любом случае, если отметка дает до нуля, мы погибнем. К истинному ПК-боярину нам необходимо кушать. Именно так бы сказал Геннадий Горин, заглянув ко мне в холодильник. Поэтому собираем различные ягоды и грибы, чтобы не погибнуть. Играю такое, чего мне вылетает игра. Ну, думаю, ну, блядь, no problem, сейчас зайду опять. Запустив игру, у нас игра начинается с самого начала. Охуеть. Вот такой вот интеллигентный вопрос я задал себе, потому что 30 минут игры коту под хвост. Ну, естественно, план действий нам известен, так что отправляемся выживать. Также не забываем нарядить нашу тянку в модный прикид, который мы отжали бомжа Валеры, который живет у нас на чердаке. С чистого листа мы начинаем наш летсплей, так как мы уже опытный игрок с 30 минутами в игре. Начинаем добывать дерево. Потом думаю, что-то тут не так. Как оказалось, тут нельзя ломать дерево рукой. Ебать, я пришел сюда наслаждаться игрой, а не плакать. Минисрув такого просто не простит. Помните, пару минут назад я говорил, что блоки тут не висят в воздухе. Так вот, я вас обманул. Делаю низкий поклон и сажусь на колени, дабы извиниться перед вами. Ведь мы пока бояре никогда не врем друг другу. Отправляемся дальше в поисках лута, а по пути падаем в пещеру. Ну, факелов у нас нет. Единственным верным решение будет съебать, пока нас не пустили по кругу бомжи. Скрафтив топор, мы дошли до пустыни, где в свою очередь мы замечаем интересную конструкцию, похожую на какую-то хрень с Минисруфта. Так я не орудий, так и не допер, что это такое. Корм для животных. Бля, почему-то нет еды. Бля, я жрать хочу, пиздец. Немного осмотрев это место, мы замечаем хозяина этой конструкции по имени Апух или Анух. Но это в свою очередь не так важно. Этот местный цыган уже с первых минут пытается нам что-то впихнуть. Также можем заметить, что он в детстве проглотил скрипку. А, пардон, это, наверное, на цыганском. У него можно купить разную фигню, которая нам никак не пригодится в Минисруфте. Так что отправляемся спать. Упс, бля, ну ты серьезно. Получив пизды от местного цыгана Апух, игра нас отправляет на респаун. Тем самым дает нам понять, что вам цыгане тут лучше вообще не трогать. Но мы, конечно, не из простых людей, так что идем к нему разбираться. Минут 5 бегания по кругу, искав ориентиры, которые приведут меня к его берлоге, мы все-таки доходим до места. Вступаем с ним в режим PvP, но он резко решил отдохнуть. Да, блять, опять умер. Делаем из этого вывод, что убить его нельзя. Можно просто наблюдать, как он куда-то идет. Пиздата. В игре наступила ночь, как в любом культурном поселке. Пардон, я сам из ПГТ. Начинают вылазить наркоманы и алкаши. Вот, например, один из них — поверхностный дрифтер. Я, честно, хуй знает, что это за животное. Я все-таки сварщик по профессии, не зоолог. Поняв, что на улице минимум, что мы налутаем, это пизды от местных. Поэтому в надежде переспать ночь заходим внутрь. Но тут мы встречаемся с новой проблемой. Наш герой не хочет спать. Я, конечно, охуел, но больше всего я охуел с того, что ночь идет в 15.
15 минут, и все это время я просто стоял в ожидании утра. Тут резко наш новый кореш решил слезть, и, видимо, он хочет передвинуть свою хату подальше от нас. Блять, куда ты там собрался-то, а? Продолжаем наше атмосферное выживание в мини-сруфте, и как настоящему мини-сруфтеру надо где-то жить. Поэтому, взяв волю в кулак, мы отправляемся бороздить простор этого замечательного места, где через пару минут на нас нападает стая голодных бомжей. Не знаю, как они еще нас не пустили по кругу, ну, съебав от них, замечаем, что наш персонаж голоден. Блуждая по лесу в поисках еды, единственным решением было съесть грибы. Съев их, мы отъезжаем на респаун. Ну, конечно, охуеть. Я-то не знал, что от них можно погибнуть. Следующие 20 минут моего выживания я начал с охоты на кур. Прям напоминает мое детство, где я жрал грязь, а потом бегал за курами, чтобы дать им пизды. Добываем мясо и смотрим, что нам нового скажет руководство по выживанию. А оно нам говорит, что нам необходимо распалить костер. Для этого нам необходима сухая трава и полено. Также из камыша делаем себе сумку, дабы увеличить себе место в инвентаре. Распаливаем костер, жарим курицу, после чего я отправился дальше. Ну, тут неожиданно наступила ночь. В мои планы не входило бегать по темноте, поэтому мы заблудились. Блять, кто тут, блять? Ау. После чего нас спиздили бомжи и убили. Ну, как бы печально это не звучало, но так оно и есть. Оу, сеньор, дабы и дать мне мотивацию для создания видео, ты можешь ебануть мне лайк и подписку, пока я тебя прям тут не потушил. Ну ты, да, понимаешь, о чем я. Ну, я пошел пить балочку 9, мне все-таки завтра еще на завод идти. Всем пока. Ну ладно, ребята, будем прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, хотите ли вы продолжение этой рубрики. Ладно, всем удачи и всем пока-пока.